В Санкт-Петербурге завершилось первенство России по подводному спорту среди юниоров и юниорок 14-17 лет. В соревнованиях приняли участие 368 спортсменов из 25 регионов России. Из них 38 мастеров спорта, 142 кандидата в мастера спорта. В составе сборной команды Московской области выступали 11 спортсменок Одинцовской спортшколы Олимпийского резерва. Сообщается, что все спортсменки проплыли дистанцию с личным рекордом.